Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в видео выполню 6 коррекций ногтей на 3 клиентах. Вообще я не планировала снимать такую хронику, показывать, как относилось покрытие спустя месяц, просто у меня не хватало времени на монтаж этих видео. Не только этих, но и других у меня еще очень много в архиве не смонтированного материала, просто не хватает на это времени. И вот когда я посмотрела свой календарь, увидела, что сейчас вот должны прийти вот эти 3 клиентки, я решила, почему бы не сделать такую хронику и не смонтировать все эти 6 коррекций в одно видео. С первой клиенткой мы решили в этот раз сменить форму. Убираю длину фрезой пока что, потом еще пилкой буду дорабатывать. Решили сделать квадрат, не такой прям четкий, да, ничего достраивать мы здесь не будем. Просто убираю длину и делаю что-то наподобие квадрата. Обработка кутикулы на этой клиентке это, пожалуй, самый интересный момент из всего маникюра, так как она всегда делает что-то такое однотонное, короткие ногти, в общем, неинтересно как модель. Но вот насчет кутикулы, да, она у нее здесь такая интересная, и мне очень нравится смотреть на ее преображение. Так усердно срезала кутикулу, что и не заметила, где у меня находится фокус. В основном у меня на айфоне камера сама ловит, да, фокус, и мне не нужно за этим следить, но в этот раз что-то пошло не так, и очень сильно сдвинулась вправо, и было не очень хорошо видно именно момент среза кутикулы. Кстати, у меня когда-то спрашивали, на что я снимаю, я уже не помню, ответила я или нет, но отвечу еще раз, я снимаю на свой старый телефон, iPhone 7. Я когда купила себе новый телефон Xiaomi Mi 10 Lite, я пробовала снимать на него, но там с фокусом проблемы были, и я перестала на него снимать и продолжила снимать только на iPhone. Но на iPhone у меня очень мало памяти, где-то 32 гигабайта, это очень мало, мне хватает всего лишь на одну коррекцию съемки. Вот в последнее время задумываюсь над покупкой еще одного айфона, не нового, не последнего, конечно же, он мне не по карману, а вот какого-то использованного, 8, 9, не знаю, что-то в районе 200-300 евро, чтобы было больше памяти, потому что после каждой коррекции вот это все перекидывать на компьютер не очень удобно. С первой клиенткой мы закончили, и здесь, как и говорила ранее, однотонное покрытие, ничего интересного, но эта форма ей идет больше, на мой взгляд. Но когда она пришла спустя месяц на коррекцию, она сказала, что хочет обратно свой овал. Ей углы не нравятся, мешаются в быту. И вот сейчас наглядно видно, насколько затерся, поцарапался глянцевый топ от фирмы Born Pretty. Мне он абсолютно не понравился, как он себя повел спустя месяц. Мадам Глам так сильно не затирался. И это при том, что эта клиентка на пенсии и она не работает. Здесь уже у меня камера была в фокусе, поэтому покажу срез кутикулы. В этот раз я взяла синий шарик. Укрепление ногтей выполнила, как и в прошлый раз, камуфлирующей базой от фирмы CoDies, но я нанесла еще тонкий слой прозрачной базы, как основу. И гель-лак клиентка выбрала самый неудачный, наверное, который есть у меня в палитре. Я уже давно не встречала таких отвратительных гель-лаков. Вы знаете, я уже настолько привыкла работать комфортно, с комфортными материалами, что вот этот гель-лак меня просто выбесил в процессе работы. Он полупрозрачный, не разравнивается. Наносить его нужно либо в 3 тонких, либо в 2 толстых слоя. А здесь толстые слои вообще противопоказаны, так как ногти выпуклые, и им не нужен лишний объем. Прямо перед клиенткой я постеснялась сказать, что выберите, мол, другой цвет, этот мне не нравится. Но когда мы с ней закончили, этот гель-лак отправился сразу же в мусорку. И вместе за ним отправилось еще около 15 гель-лаков, которые мне тоже не нравились, но у меня никак не доходили руки до их утилизации. На этой клиентке я решила попробовать другой топ от фирмы Beauty Lux. Я помню, что он когда-то очень хорошо блестел, очень долго. Поэтому я решила взять его, сняла липкость из гель-лака, и первый блин у меня пошел комом, он начал расплываться лужицами.
Но это из-за того, что я его плохо перемешала, а он очень долго стоял без дела. Поэтому я стерла первый слой, перемешала хорошенько, и уже со второго слоя все замечательно, ничего не расплывалось. И так как гель-лак у нас такой полупрозрачный, то возле кутикулы свободный край у меня все равно кое-где просвечивал. Я решила после просушки подпилить свободный край. Просушила я топ отдельно каждый пальчик по минуте и потом еще всю руку в минуту в лампе. Кстати, по поводу ламп, они у меня новые, только неделю назад поставила две новые лампы. На этом этапе я довольная, счастливая, опиливаю свободный край и ничего не подозреваю. Но когда я закончила, решила убрать излишки, вот эту пыль, да, спиртом. Я работаю всегда спиртом. И вот совсем недавно я купила новую банку. Я покупаю всегда в супермаркете, но в разных супермаркетах. Но спирт один и тот же, 96%, как всегда. Протерла ногти, и мизинчик у меня на правой руке остался матовым. Я подумала, что я забыла нанести топ. Нанесла еще раз, просушила 2 минуты, протерла, и он опять стал матовым. Такое же было на левой руке, на мизинчике, на безымянном и на большом. Те ногти, которые как будто бы, да, меньше всего высохли. Я подумала, что это вина топа, так как я давно им не пользовалась, и подумала, что он не просыхает. Поэтому я взяла Born Pretty и нанесла его на те ногти, где потускнел топ. И из-за этого казуса с топом я совсем забыла отснять финальный результат. В завершение этой грустной истории я вам скажу, что это была не вина топа, а вина спирта. Пока что покажу вам следующую клиентку. Предыдущее покрытие она относила просто замечательно. Какой здесь был топ, я уже не помню. Но блестит хорошо, и я этому очень рада. Посмотрим, как относится Born Pretty на этой клиентке. А пока что вернусь к теме спирта. Как я узнала, что это именно вина спирта? Именно эта клиентка помогла мне определить то, что вина именно в спирте. Она не могла определиться с цветом и попросила моего совета. У меня цветные гель-лаки выкрашены как на ромашках, так и на обычных типсах. Она мне подала одну ромашку, положила на стол, попросила моего совета. А я, когда посмотрела на эту ромашку, она мне показалась какой-то грязной. На ней была какая-то пыль или что. Я захотела ее протереть. Промокнула салфетку в спирте и протерла вот эту ромашку, ну, цветные гель-лаки, да, и они тут же стали матовые, абсолютно все, которые я протерла. Конечно же, в тот момент я все поняла, и не знаю, сколько градусов в этом спирте, проверить это я не могу, но больше протирать глянцевые топы вот этим спиртом я не буду. Клиентка пришла через месяц и принесла мне почти матовые ногти. О чем я и говорила. Глянцевый топ от фирмы Born Pretty не такой уж и супер глянцевый. Раньше я как-то не замечала, что он так быстро затирается. Возможно, я не делала его на темные оттенки, и это было незаметно. Но вот сейчас прям как-то разочаровалась я. Сейчас, на данный момент, с уверенностью могу сказать, что Madame Glam у меня топ с липким слоем, и он намного лучше блестит, и он не затирается так сильно спустя месяц. Здесь я показываю, чем укрепила ногти, а именно это Bottle Gel от фирмы El Laurel. И топ для этой клиентки взяла от фирмы Contigo, у меня без липкого слоя.
Такой дизайн захотела клиентка, она принесла мне картинку, я выполнила градиент с помощью акриловой пудры, но за счет того, что вот этот бежевый гель-лак, персиковый или какой-то, он полупрозрачный, я его тоже, кстати, выбросила после этой клиентки, он полупрозрачный и остались заметные крупинки акриловой пудры, и результатом я осталась не полностью довольна. Последняя клиентка, здесь тоже не помню, какое было покрытие, но я посмотрела предыдущее видео, я его, кстати, снимала, и там вроде как было покрытие на фирме Madame Glam. И я вот не вижу, чтобы топ был матовым после месяца носки. Вот сейчас вам продемонстрирую, насколько сильно продвинулась фирма Born Pretty. Вот это витражный гель-лак. Посмотрите, насколько хорошо он ложится, не плешивит. В первый слой уже какой красивый насыщенный красный оттенок. Клиентка попросила нанести еще один красный оттенок, так как она не могла определиться. Ну и после нанесения она, естественно, отдала предпочтение Born Pretty. Я бы тоже так сделала, потому что он реально красиво смотрится. Ложится он тонко, в два слоя мы нанесли его, и вот такой результат получился. Спустя месяц ногти поцарапанные, кое-где затерлись, но они не матовые. Это уже радует. Здесь я тоже тестировала Born Pretty. Конечно же, все зависит от того, как эксплуатируются ногти. И один и тот же топ не может блестеть на всех клиентах. Здесь я снова тестирую Beauty Luxe, но только уже на нескольких пальчиках. Если вы все еще не уснули и смотрите видео до конца, я вам очень благодарна. Я и сама не люблю озвучивать такие длинные видео. Поэтому я с вами ненадолго прощаюсь. Всем до скорых встреч. Пока-пока.